Теперь о ситуации на мировых рынках. Вслед за падающей в цене нефтью, сегодня на торгах на московской бирже стоимость рубля по отношению к мировым валютам устремилась вниз. Доллары и евро после вчерашнего взлета сегодня выросли еще больше и снова обновили свои максимумы. Официальный курс на завтра, установленный Центробанком, 83,59 для доллара, 91,18 евро. Но в ходе самих торгов обе валюты торговались дороже. Зафиксированный рекорд. Некоторые сделки заключили почти по 86 рублей за доллар. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, рост более чем на 4,5 рубля. Евро в эту сессию прибавлял еще более активно, поднявшись до отметки 93,70, то есть плюс 5 с лишним рублей. Побиты исторические рекорды, но, как считают и российские власти, и экономисты, и эксперты, нынешнее ослабление рубля – это явление временное и повторяет ситуацию декабря 2014-го. Как только цены на нефть развернуться рано или поздно это произойдет, ситуация на валютном рынке стабилизируется. Плюс некоторые участники рынка ждут еще каких-то действий от Центробанка. Разворот неизбежен. Разворот неизбежен не только потому, что тот же сланец уже не рентабелен, а потому что нерентабельны и многие традиционное уже месторождение, особенно с учетом инвестиций, которые необходимо сделать. Соответственно, с высокой вероятностью произойдет отскок, какая-то стабилизация. Сегодняшняя ситуация с котировками не вызвала никакого ажиотажа ни на самой бирже, ни в отделениях банка. Какого-то особого спроса на иностранную валюту в обменных пунктах нет.